Здорово, пацаны. Выехали на чистку снега автодрома. Чистим потихоньку. У нас получается вон до туда, до заборчика надо. От этой горки получается. И до конца. Площадка, в принципе, не маленькая. То, что здесь хорошо, просторно. Ничего нет, никого нету. Спокойно, чистим. Никому не мешает, и нам никто не мешает. Вчера было лучше почистить, вчера у нас плюсовая температура была. Могли бы до конца бы взять. Ну ладно, сейчас. Студентам почистим автодром. Пускай учатся. Снега уже нету, но ветер сильно нас. Вот пошел. Это вон скажу, так идет сейчас старый рейс, так возьмешь или можешь отпустить рулю. Сейчас мы возьмем. В принципе, первый заезд у нас после замены стартера, аккумулятора. Выезжали мы так на пару часов, часиков. Побольше нам заказали, на 5 часов заказали. В принципе, трактор себя нормально показывает. Нас все устраивает. Пошел. Все отлично. Отлично, отлично. Вот здесь так снега. Я не сказал, что много. Пушистый снег. Вот он наш красавец, Легонд при семерке. Отличный трактор.
отлично. Красавчик трактор. И оператор машинист молодец. Свой потом работает. Погода разбушевалась, чистим, чистим. А сейчас вон опять буран пошел. Снежок наваливает так нормально. То перестает, то как с ветерком. Метель прям, буран идет. Пошел. Ножи жалко, капец. Пошел, пошел. Не знаю, камера передает, нет, как тут метет. Снег наметет, может завтра опять закажут, почистим опять. Нам тут что-то снег нам за радость, как говорится. На второй, на третий чистим. Вот там земля получается. Сейчас уже асфальт пошел. Сейчас на третьем. Уже полтора часа прошло, еще 2,5 часа у нас. Мы успеем спокойно, не спеша работаем. А там наш трудяга. Сейчас мы полосочки поберем. Все красиво, аккуратно чистим. Пошел, пошел, газ в палас. Оп. Там не то, что там лед врезается. Там накатали студенты и лед. Завтра просто поход делать здесь экзамен у студентов, поэтому нужно автодром почистить. Может, завтра с утра еще позвонят, приедем, почистим. Так, в принципе, вот печку поставили, моторчик от пазика. В принципе, тепло в тракторе, сейчас ветер стихнет. Градусов там минус 10, минус 5 там. На ветре нам минус 10 всегда. В принципе, печка себя хорошо показывает. Стекла не потеют. Стартер тоже, в принципе, отлично заводится. Легко. Массу вот, в принципе, не выключали, он стоял в теплом боксе. 4 дня. А, 3 дня. И попробовали завести, в принципе, легко завелся. А сейчас можно. Работа нам надо, работа. Пока мало заказов. Есть такие заказы, как говорится. Знаете, работа, чтобы работа была, в принципе. Так тоже не пойдет, нас это не устраивает. Там оплата, ерунда. Все хотят на халяву. Задешево. Но качественно, такого не бывает. Но мы так не работаем, в принципе. Не знаю, как все остальные. Мы так не работаем.
все, в принципе. А тогда мы почистили. 4 часа уложили. Запасы даже. Ну, 20 минут как раз на убытие дома будем. Все, почистили. Легон все отлично показал. Фу-фу-фу, пока ничего не сломалось. Все. Пишем в комментарии. Всем хорошего дня. Всем пока.